Дисклеймер. Привет, я третий. Сегодня мы с тобой продолжаем проходить растения против зомби. У нас мод Brutal X. Так, и мы продолжаем проходить мини-игры. Начали мы с выживания. Я думаю, буду чередовать. Выживание, одна мини-игра. Выживание, мини-игра, чтобы не было скучно. Так, нулевая, первая страница. Так, будем проходить все подряд. Даже те мини-игры, которые были, тоже подряд, потому что мне что-то как-то очень сильно впадло посмотреть, какие мы прошли, какие нет. Три ряда подсолнухов, сзади кактусы, я думаю, хорошая идея. Так, ну ты перебегать собираешься, нет? Слушай, как ты запарил, а? Сколько тебе надо съесть, чтобы вниз убежать? А сейчас взорвалось, и он не побежал. Че, издеваешься, что? Он что, издевается? Больше некуда. Так, это тот, который прямо бежит, да? Почему я не могу поставить? Потому что понял. Сука, подожди. Да пошел ты нахуй! Слышишь, тет? Он давить будет, да? Он давить. Он орех, и он давит. Он орех, и он давит. Короче, нет. Я попробовал пройти, и я зомботанику даже половину не могу осилить. То есть у меня единственный вывод, который есть, это то, что этот уровень нужно проходить уже с помощью подарочка. Потому что, ну, такого не может быть. Ну, это нереально. Я прохожу, даже половины не могу. Тут сразу бегут сильные. Я не могу ничего не успеть, ни поставить, ни собрать солнышко, вообще ничего. Я пробовал проходить с арбузами, со звездочками, с кактусами, со всем я пробовал, ни хрена оно не проходится, значит, нам нужно использовать вот это вот. То, что мне говорят, дисбаланс, не такой уж, видимо, и дисбаланс. Дисбаланс — это когда бежит 4 футболиста в начале уровня, вот это вот дисбаланс. Поэтому нахер, я те попытки все вырежу и будем проходить выживание. Сейчас пройдем выживание, после того, как пройдем все выживания, я сниму видео по каждому из этих подарочков, что они делают, по каждому видео, но, естественно, не одно видео, одно растение, у нас сколько, 10 слотов, значит, ну, 2 подсолнуха, по 8 растений будет, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 видео у нас будет. И если это просто зомби добавляются, то тогда без вот этого вот будет. Тогда будет 1, 2, 3, 4, 5. Видимо, просто 5 видео будет. А если зомби это что-то новенькое, то тогда про них тоже сниму. Нет, то невозможно. И это не то, что сложно. Это просто невозможно. Так. Бесплатные грибы, это нам не надо, магниты обязательно. Кто у нас тут обычный? Ну, пока неизвестно, давай так возьмем. Арбузы, я не знаю, кто у нас тут будет, давай пока звездочку возьмем. Чтобы временно отбиваться, все, сойдет. Просто выписал, я на него потратил дохерища времени, я даже один раз не смог дойти. Надо было могилоеда еще взять. Даже один раз я не смог дойти хотя бы половину. Это нереально. Так, что у нас тут? Ну, заморозку тогда к херам убираю. Беру вот этот вот могилоеда и все. Нет, нереально. Хотя, может, ты посоветуешь что-то там необычайно какой-то хороший лайфхак, который мне поможет пройти. Но это бред какой-то. Когда у меня сразу, ну, буквально сразу же выбегают футболисты, что я должен с ними делать? Солнышки, давайте быстрее. Пришли. Нет, пока не будем, надо могилоедом съесть. Чтобы были у нас солнышки в начале. Я там и могилоеда пробовал использовать, и арбуз, и звезды. Я тебе говорю,
Даже половину не может быть такого. Значит, проблем не во мне, значит, это просто дисбалансные зомби, и чтобы их хоть как-то сбалансировать, нам надо подарочек использовать. Все. Это единственный вывод. Отговорки, что просто плохо играю, не принимается. Мы уже столько прошли уровней, некоторые вообще чуть ли не с первого раза, так что не надо там рассказывать, что плохо, что неплохо. Так, могилоеда надо сейчас взять. Так, я понял, нету, ага, и не туда, и не сюда. Тогда вот этот вот съедим. Это пока так поставим. Справится? Справился, молодец. Кстати, то, что мне говорили, мол, горох, вот это вот раздавленные растения останавливают горохи, ничего подобного, ничего они не останавливают. По крайней мере, в той мини-игре уж точно. Может, где-то они и останавливают, но это скорее на обычных уровнях. Поэтому проходим выживание. Если за это время мне не говорят, как зомботанику проходить, значит, снимаю видео по мини-играм, а по ним я в любом... Фу, по новым растениям, а по ним я по-любому сниму, даже если мне скажут, как пройти. А там уже будем решать, что конкретно ставить. Так, там справится, там справляются. Снизу не справляются. Сейчас будем звездочки ставить. Звездочки ставим в конце. В следующем раунде возьмем арбузы и выкопать солнышки. Нет, не будем. Вот здесь вот. Четвертый ряд поставим. Да, надо было изначально, но... Пока нормально все идет, хоть и туго, очень туго. Солнца жестко не хватает, но мы не будем больше ставить ничего. Ага. Из солнечных растений, потому что и так много, они места занимают. Так, тебя я понял, чувак, тебя я понял. Вдвоем-то тебя точно должны победить. Так, давай-ка бесплатный грипп поставим и вот так вот. Давай, так, что там, вот так поставим? Ну и более-менее уже нормально. Могилы мы там вначале не можем съесть, ну потому что, ну куда, там начало, там сейчас зомби будут идти, они съедят могилоеда. Все, нормально, нормально. Теперь остается только продержаться, но это легко. Сейчас уже финальная волна будет. Опа, мы ее быстренько преодолеем. Так, вот здесь звездочка нужна. Потому что тут, как видишь, не справляются. Вот здесь вот магниты поставим, вот здесь вот арбузы и здесь орехи. Хотя тарзанчик еще, зараза, нам все испортит. Я в этом уверен. Ну ты вовремя, конечно, слушай. А, еще и такого, слышишь? Ну, арбузы нам теперь нужны. Давай даже вот так вот сделаем. Ну, вы же успеете его убить. Быстрее, 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 быстрее. Успели, молодцы. Так, ставим бесплатный. Могилоед пока нельзя, ладно. Копим солнышки сейчас. На арбузы нам понадобится очень много. И на орехи тоже. Давай вот так вот сделаем. Так сделаем. Хотя надо было бы вот этот ряд съедать, конечно. Ладно, провтыкал, ничего страшного. Так, нет, пока не будем тратить солнышки. Так, у нас будут шахтеры, нет? Мне там что-то написали про бассейн, я не понял. Зачем про бассейн, если у нас сейчас ночь? Так, далее. Вот этот вот нам точно уже не пригодится. Нам нужны арбузы. Плюс заморозка на арбузы. Но при этом придется убрать кабачок. И орехи. Орехов нам понадобится очень много. Солнечные уберу вот так вот. Грибок поставлю. Вот эти вот куда трое пропали? Я не понимаю. Их как-то отдельно активировать надо или что? Куда ускорение пропало? Красный орех. Все остальное. Это мне придется, чтобы их показать. Хотя, что их показывать? Ты так прекрасно видел, что они делают. Большой орех просто занимает много места. Красный орех. Он взрывается ядерным взрывом. А малютка...
отросточек этот, он дает много солнышка. Там еще было обратное растение, которое стоит в другую сторону, но это, что там объяснять, оно стоит в другую сторону, из этого уже все ясно. О, у нас уже два арбуза, слушай, я не обратил внимания даже. Как все хорошо, значит, у нас идет-то, если у нас уже два арбуза. Орехи будем ставить сразу же. Почему? Потому что они очень долго перезаряжаются. Нет, сейчас возьмем могилоеда, а потом уже будем арбузы брать. Все бесплатные растения, как ты видишь, я не выкапываю. Мы их будем съедать. Ай, не хватает солнышек. А, уже хватает. Просто чтобы зря не выкапывать. Пускай их лучше съест могилоед. У нас, да, фонарные всякие случаи есть. Так вот здесь бы арбуз не помешал, но у нас на него не хватает слегка. Поэтому делаем так, все, теперь хватает, но, скорее всего, успеют съесть. Успели съесть, ладно, ничего страшного. Ой-ой-ой-ой-ой, все, хорошо, успели. Так, и давайте звездочки сзади добивайте. Хорошо, добили, молодцы. Так, ставим магнит еще разочек. Так, мне бы солнышек, хорошо, нет, это мало. А, не, не маловато, просто этот не перезарядился еще. Так, орех ставим опять. Так, мне не нравится, что они прыгают, слышишь? Ну, вы справляйтесь-то побыстрее. Но я тут уже раздавил, ладно. Пускай так будет. Ай, не туда поставил! Я думал, это не я раздавил, я думал, это зомби раздавил. Вот это, конечно, козлы. Чё я потратил магнит? Обидно. Так, давай вот это уберем могилу, а то она мешает нам. И вообще некрасиво так стоит. Так, там мы уберем еще. Давай вот так вот сделаем. Там нужен могилоед у нас. Угу, но он долго перезаряжается. Че, с зомби справляемся пока? Пока справляемся. Ладно, давай вот так вот сделаем. Звездочки, по-моему, вообще мимо летят, да? Да, они как-то вообще криво летят. Давай могилоед быстренько так, потом поставим орех и вот здесь вот магнит. Так, нет, нам орех важнее, чем магнит. Все, ставим так орех, ставим так магнит. Ставим бесплатные, просто чтобы стояли, как защита. Пускай их пока долго едят. Так, ветродуй, если что, у меня есть. И главное, чтобы сейчас на могиле не вылезли. Вот это нам ни в коем случае не надо. Отлично. Ну, вылезли, но не там. О, нет. О, я не то посадил опять. Я ветродуй хотел. Ладно, пускай уже хрен с ветродуем. Уже упустили момент. Прекрати жрать звезд... Так, на звездочке я точно беру уже этого. Как его звать-то, а? Тыкву. Сейчас точно тыкву берем. О, да. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. А, ты его поставил? А почему замороз... А, ну да. Потому что он заморозку дает. Ой-ой-ой, я там вверху вообще беда. И... Ага, справились, хорошо. Да, ну с тобой, конечно, как я должен справляться? Стой тут. Он еще и ледяную полоску оставляет. Да, ну вы вовремя решили, конечно, да, остановить игру. Спасибо. Далее, футболисты. Хрен с ней звездочкой? Нет, она слабовата будет сейчас. Звездочка хорошая против толпы. Когда сильные, там она уже не поможет. Так, мы это убрали. Что еще? Ледогрипп нас спасет, я думаю. Далее, что еще? Могилоед. Так, солнечный оставляем. Оставляем. Бесплатный уже не нужен абсолютно. Магнит оставляем. Тогда что нам еще нужно? Улучшение арбуз. Есть тыква. Тыква вместо малыша. А у нас клона нет никакого, да? Но нам пока и не надо клонов. А, ты арбуз даже схавал? Ты зараза такая. А, и ты... А, ну солнечное растение, ладно, у нас оно еще есть. Ну вот этот ряд, конечно, у меня теперь голый за тебя. Козел. Теперь ждать, пока растает, это мы задолбаемся. Надо вот сюда вот ставить арбуз. Ну а солнечный гриб уже в другое место поставим. Вот сюда вот, когда растает. Нам арбуз поважнее будет. Все, хорошо. Так, тыквы сейчас поставим еще на магниты. Так, мы нигде не потеряли еще, да? Газонокосилки. Хорошо.
125, стой тут. Так, отлично, о. Так, у нас есть местечко. Вот так вот сделать, и сейчас еще магнит поставим. Так, 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 с газонокосилкой не факт, что, хотя, хрен его знает. Пускай пока так стоит. Так, ну магнит там справится, это без проблем. Вот эти вот зомби-футболисты еще на зомботанике. Эти уроды еще, проблема в том, что они после себя, когда съедают какое-то растение, оставляют могилу, понимаешь? И все, и там, чтобы освободить место, надо могилу я доставить, а это долго очень. И в итоге мы проигрываем. Поэтому я почти уверен, что для тех уровней усложненных нужны усложненные растения. Потому что это бестолку. Нет, пока не будем. Пока не будем, посмотрим, что будет. Естественно. Стой, 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 вот так вот. Слушай, как удачно я тыквы-то поставил, а? Прям почти идеально. Так, подожди, так. О, да-да-да-да, горохострелы еще то, что надо. Нет, это не то, орех ставим, хорошо. Могилоед, ну давай, допустим, поставим. Огнемет! Огнемет много урона наносит, да? Да, дохренища. Тут тырок, а. Мы почти его вынесли, но почти не считается. Смотри, он еще и замороженное место осталось. Еще и тыкву раздавил, охренительно просто. Че? А, газонокосилка! Слушай, заколебало, а? Ну, честное слово. Сколько можно? Не, ну, снизу с газонокосилкой мы уже явно ничего бы не сделали. Так, это две волны было, да? У нас всего пять. Успей! Не успел. Придурок. Слышишь? Солнышек, быстрее, чтобы мы ветродуй успели поставить. Пускай так пока будет. Это не так много, а ветроду еще успеем, надеюсь. Вот. Но это не то, что я, конечно, ожидал, но звездочки, надеюсь, справятся. Нет, звездочек тогда убирать не буду. Они нам помогают. Против таких вот ситуаций. А на арбуз теперь попробуй накопить. Ай, тут магнит. Нет, магнит не тут должен быть. На него еще и накопить надо. И подожди, вот так вот ставим, потом вот здесь вот, ну пускай. Наверное, на место звездочек сразу арбуз надо было ставить. То есть шахтера тут тоже нет, хорошо. Значит, я так понимаю, где 5 волн, у нас шахтеров стопудово не будет, скорее всего. Или ночь, бассейн, скорее всего, будет, не знаю. Если бы знал бы, что будет, у нас было бы попроще. Так, магнит ставим, ставим. Арбуз. Заморозка арбуза. И тогда вместо звездочки еще один арбуз зайдет. Так, дай-дай быстрее давай. Хорошо, здесь ставим так. Здесь выкапываем, потому что от этого уже нет смысла. И арбуз ставим так. Хорошо, и здесь тогда второй арбуз. Здесь магнит, если успеем. Так, орех чинить пока нам не надо. Слишком жирно. Так, у нас везде по 2 солнышка. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Да, везде. Так, второй арбуз. Хорошо, и магниты теперь осталось поставить. Но я пока не рискну тратить, знаешь ли, солнышки. Пускай у нас побудут. Если что, у нас есть заморозка, ветродуй и фонарь. Вот так пускай все и остается. Пока все нормально, 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 держимся. Магниты пока нельзя, ладно, сейчас можно. Заморозку арбуза пока слишком жирно. Так, вот, пошли, 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 ставим вот так вот. Хотя надо было футболистам поближе выдать, подбежать, чтобы они... Ну ладно, плевать, все равно справились. Так, пока что будет. Ветродуй у нас, если что, еще есть. У нас фонарь. Только половина перезарядилась, это плохо. Так, орех пока нормально. Но он, видимо, не использует свои способности, если его стреляют, да? Они едят. Это плохо.
Ну, почти справился, Ветродуй, почти. Мне интересно, а Ветродуй есть смысл, куда ты его ставишь? В левую часть карты или в правую? Потому что, по-моему, есть разница прям большая. Когда справа ставим, он почти ничего не делает. Давай так поставим. Самое время для заморозки сверху. И вот так вот сделаем. Тыковки, ну, давай, допустим. Знаешь, что я думаю? Я даже не буду оставлять попытки, чтобы показать, как так вышло в предыдущей карте. Хотя, может, и оставлю. Некоторые... Я оставлю, короче, именно моменты, как все выглядело, в какие моменты я проигрывал. Слушай, ну это кошмар, ты должен это видеть. Да ставься ты! Ты что, издеваешься, что ли? Ну что, и ставиться не хочет. Так, стоп. Так. Пускай чуть-чуть поближе подойдут. На, хорошо. Ничего не работает. Ладно. Это финал, можно вот так вот сделать. А чё магниты не... А, вот что не работают. Все, они все заняты. Да, тогда мы не зря поставили. Ай. Ай. Все равно раздает газонокосилка ублюдская. Я тебя понял, ага. Почему орех так быстро перезарядился? Мы его только что сюда ставили. А, может, потому что капусту. Фу, тыкву на нее поставили. Да, конечно. У нас не хватает магнита. И ореха одного, да? Допустим. Ну а что, последняя, по идее, финальная. Перчик может взять. Ну а кто нам тут, например, уже стопудово не понадобится? Давай так, допустим. Вдруг. А, ну раз я все равно те моменты зомботаники вырежу, то я там 1000 раз сказал, ненавижу этот режим. Самый худший, как по мне. Отвратительно бесит. Ты знаешь, мне кажется, все-таки подарочек надо использовать. Я прям в этом уверен. Почему? Потому что зомби-то новые у нас, правильно? Усиленные. А растения не усиленные. Если вот так не брать конкретно подарочек, вот только эти стандартные. Но по факту, что у нас имеется? Трусогриб, он быстрее начинает стрелять. Все. Какие еще дополнительные крутые эффекты у этих есть? Ну, за 50 он начинает быстрее стрелять, что абсолютно нас не спасает. Магниты все те же. А грибы, подсолнухи все те же. Арбузы все те же. Да, у нас практически все остальное то же самое. Смотри, просто толпы прут. Там толпы поменьше, но там зомби просто сильнее. Намного сильнее. И у нас горохи, чтобы ты понимал, стреляющие, то есть зомби, идут сразу же. Прям сразу же. Слышишь, я заморозил, тебя это не смущает, не? Да, правильно, срать абсолютно. Да выпендривались. Нет, орех нам тут не нужен, нам нужно вот так. Хватит. Прям перед газонокосилками, обидно. Давай. Ага, сейчас, вот так ставим. Оп. Так, о, давай, ну давай, проходи, да, вперед, у-ху! У меня на этой линии уже нет. А когда я потратил там? Что-то я реально не помню, когда я там потерял газонокосилку. А нахрен с ним, давай, так. Ай, зачем я третий подсолнух-то поставил? Ну ладно, его все равно сейчас съедят. Не страшно. Сука, не съели. Впервые-то, а? Так, копьем солнышки. У нас сейчас все равно финальная волна будет. Не будем тут уже ставить ни арбузы, ничего. Сейчас просто будем ставить все бонусы, что у нас есть. Если, конечно, заморозка у нас соизволит появиться. Гигантюра! Ветродуй! А предупредить об этом мне нельзя было. Давай. Оп! Уроды получили. И сколько у тебя здоровья? Да, до хера, я так понимаю, да?
А, ну на подсолнух плевать, ставь. Сейчас нам уже от него никакой пользы нет. Давай я тебе даже еще один арбуз поставлю, урод. Надо было тут еще один арбуз поставить, а я не знал, что он тут уйдет. Я не увидел его. И что нам тут делать? Давай это выкопаем и поставим еще один арбуз. Успеем ли? Да, успеем. Тут орех поставим. Я копил на орех. Сейчас мы, скорее всего, не успеем на него накопить. Одно солнышко быстрее, быстрее, быстрее. Ставим так, плевать. Два солнышка. Два, 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 два. Раз. Два. Хорошо, да, все правильно поставил, грамотно. Все, теперь пусть жрет сколько угодно. Плевать. 3500, охереть. Слушай, это зомботаника только первая, правильно? То есть там будет какая-то еще одна, усложненная. Мы легкую не можем пройти, а там усложненная будет. Слушай, если честно, я не верю, что мы уже выиграли, так что... А, все, выиграли. Я хотел еще растений понасаживать. Все, хорошо. Угу, открыли. Это ублюдские просто... А, ну подожди, у нас всегда зомботаника, нет? Из всех мини-игр сколько зомботаник там? Надеюсь, всего две? Хотя мне сказали, что у некоторых есть любимый режим зомботаника, так что я боюсь, если у разработчика тоже это любимый режим, то жопа нам. Так-то. Так, я подготовлю солнечные очки, чтобы надеть на этом уровне. Слишком ярко. У меня еще и яркость выключена на полную. Так, но здесь не важно, что происходило в целом. А, вот это тут. Угу. Да-да. А, я вспомнил, в чем фишка тут этого уровня. Да-да-да-да, это мы еще пройдем. Я не хотел начинать. Что ты ко мне лезешь с этим? Шестое. Подожди, пятое, шестое. Ну, надеюсь, зомботаник больше не будет. То их всего две и все. Вот это вот, это насрать, когда только зомби с головами, я не хочу. Пройдем выживание, я обязательно это сниму. Так что времени, чтобы сказать, как пройти зомботанику, у тебя есть всего... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Всего 13 выпусков у тебя. Подожди, если в таких режимах тоже зомботаника, то не 13. Не, обычные, ладно. На этом все. Может подписаться на канал, чтобы вести следующую серию. И совсем скоро у нас будут новые растения. Я покажу, что вообще они себя представляют. А на этом все. Скоро увидимся.